Скажите, а чей это флаг? Что он символизирует? Изначально вчера это был просто ирландский флаг, как спасибо Ирландии. А с сегодняшнего дня, поскольку под ним ходили медики... А Ирландии это... спасибо за что? Да, спасибо и ирландскому МИДу за то, что помогли остановить кровопролитие в Киеве. Было такое? Да, были заседания в Брюсселе, несколько министров иностранных дел, стран Европы решали эти вопросы, ездили в Киев, даже давили на наши власти, чтобы поскорее решить этот вопрос. Господи, сколько там той Ирландии, и она существенную роль сыграла, что даже стоит ее флаг вытащить. Ну, хорошо. Стоит сказать ей спасибо. Понятно, вообще, спасибо. Вообще стоит сказать всем европейским странам, которые помогли решить этот вопрос. Спасибо, спасибо. Больше назад, митингующие, пожалуйста, все вовнутрь. Вот это.
вот я вот вышел. Никого не слышал. Сейчас им водку покупать перестанут, они сами разойдутся. Короче, возле Ленина. Народу становится все больше, по-прежнему. Почувствовать атмосферу, посмотрим, как там дела на нашем антимайдане. Народу, конечно. Туча. Так, фотоаппарат уже подсел крепенько. Почему же это вырубится? Вчера как досадно было. С самого началась разборка на площади Свободы. И вырубается мой аппарат. Ну это, в общем-то, к делу не относится. Больше для заполнения эфира.